Всем привет! Друзья, сегодня я легко и быстро приготовлю нежный и очень вкусный салат с крабовыми палочками, который называется моментальный. Такой салат чудесно подойдет на любой праздничный стол. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Не забываем ставить лайки и, конечно же, подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала пекинскую капусту нужно нашинковать. Крабовые палочки нарезаю тонкой длинной соломкой. Зеленый лук также нарезаю длинной соломкой. Сыр натираю на терке для морковки по-корейски. Все подготовленные ингредиенты я переложила в глубокую тарелку. Сюда же добавляю консервированную кукурузу, салат посолю, заправляю его майонезом и все хорошенько перемешиваю. Ну вот и все, друзья. Салат моментальный, готов. Вот такой чудесный получился салатик. Он свежий, нежный, очень вкусный. И что немаловажно, вам не нужно будет ничего варить, жарить. Все продукты в готовом виде продаются в магазине. Купили, нарезали и наслаждайтесь его замечательным вкусом. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!